Не вижу, вот он где. Это на минус на кого. Эй, вы кто такие? Где стража? А ты кто? Еще один родственник? Кузнец я. Коман я. Одур... Веди к мельнице. Подожди, кому-то еще армию не добавили. Сейчас добавим еще в армию. Вот он у нас есть еще. Кто у нас был в армии раньше? Вот эти вот элементали добавляли, да? Ты помнишь? Да. Почему-то всего один добавляется. Может, кто еще есть? А, эти есть у нас. Эти есть. Вот этих вот мы по-моему, белых раньше. Сейчас еще ставили, да? Давай лучше каменного, чем белых. Ты вот самый сильный. Вот этот стелец, что ли, сильный? Сейчас быстро покажем. Кто из нас сильный, да? Вон, какая у нас армия. И у них там одни стелеты. Да? Да. И печка сюда. Этих сюда. Местами поменялись. Они сразу спрятались, смотри, за это. Они спрятались. Давай камень. Они трусливые, оказались. Видишь? Ну, камень, наверное, видишь, не достанет для этих. Хотя бы, может, он не для того, он что-то. Вот, может, для этих достанет. Не мешает, видишь, тут 110 стенок наставили специально, чтобы не мешались. И столько сена не выстрелит. Сейчас мы вот огненными стрелами пойдем. Дерево. Нет, что ты знаешь, что там? А, все нормально. Туда. Пойдем драться с ними. Хватит церемониться. Сразу почти всех перебили, смотрите. Один остался. Да, слушай. Чудаки сильнее, чем чудаки. Не всего это один ход ходит, что ли? К этим можно попасть. Подлинный луч, давайте. Этим стрельным. Вот этим, да? Угу. Ой, не смешно прям. У них двое лучников, смотри. Помоги бы стрелять, а? По этим? Они сами чудаки. А мы сложные утюги. Просто не по нам, мы по ним. Нормально, подожди, да? Угу. А этого хоть за один раз положили. Блин, я же на тени хожу опять. Thank you.
Его этого добьем, это не надоело, уже стоит тут. Вот руками. Трусы сбегают, знаешь. Не знаю, куда пойти, чтобы можно было поймать. Никогда не достает. Сидеть, а? Пусть зарядит. Что делать? Это кто нас ходит? Не дергай, пожалуйста, ничего. Ну все, да? Я же не вижу. Кто-то еще остался что-то? А где они еще остались? Ты вообще видишь? Я вижу это. Красное уже. Все, я остался. Иду. Беда. Даже не все погибли. Итак, восстанавливаем наши отряды. Все. Могли мы людям разобраться с отрядами. Ну ты как? С тобой все в порядке. Еще повоюю. Так, Комаса я знаю. А вы кто? Долго рассказывать. Тебе довольно знать, что я действую по воле принца. С Марцеллы, значит? А где эти наши стражники? Они же обещали нас охранять! В последний раз я их видела прячущимися за воротами. Слышишь, Комас? У него же бумага. Такая, с гербом. Да ты головой подумай, Комас! Разбойники они! И... Пограбить? И на что он надеется? Стражи его не впустят. О, Комас и Бензизи! Это да, я... побудь здесь. Сказали? Ну, там стоит еще смелькая штука. А мы ее трогали? Сейчас подруга. Штука у нас была. Ничего больше нет интересного тут.
А я вижу, там что нарисовано. Да. И машины. О, сколько пшеницы. Куда мы идем? Сюда? Что такое использовать в деревне? Что такое деревня? Все, сейчас дойдем до Риквеля и ходим на сегодня. Не опоздать бы на самое интересное. Это? Я думал, ты. Это на горах снег, скажем. Почему вот это синее? Что? Она заколдована. И кем же я сегодня буду? Миротворцем? Ладно, все, на этом наше приключение на сегодня закончено. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Па-па-пам.